Дважды на этой неделе в новостях очень громко засветились украинские налоговики. Сначала в парламенте попытались реанимировать налоговую милицию. Депутатам, чтобы остановить эту затею, пришлось даже блокировать трибуну. А под конец недели появилась новость о самой большой за последние месяцы взятке. Это целых 70 миллионов гривен. Якобы именно столько пыталась получить группа сотрудников фискальной службы у руководителя одного из предприятий. Такая цена была назначена за возмещение НДС на сумму больше 300 миллионов гривен. Генпрокурор Юрий Луценко отчитался у себя в Фейсбуке о задержании нескольких человек при получении первого транша взятки. Это было ни много ни мало 33 миллиона гривен.